А нет, его инфаркт схватил. Как дела? Не роил пока. Найс. Что ж, для террористов нужно, говорят, пушить. Да, да, очень сильно. Паны долбоёбы, которые со мной пошли. Один просто выбежал из стоп, так и делал. Ай, блядь. Это говорит, если что, чел, который умер первым. Мне страшно жить. Ну ничего. Ты выпьешь. Я его сразу мутаю, потому что он сухой. Кладка. Тут никого. Эй, кто-то есть. Кого, по кому я сейчас стрелял, блять? А, по нему. О, мы выиграли. Кто там, кстати, пиздит? Мне тоже его замутить хочу. Это фиолетовый. Он, кстати, если что, первым заходит. Покажись. Ну, тема. Let's go. Что мне флешку? Фиолетовый, понимаю, фиолетовый полез. Помоги! Не поможешь, да? Ну это бред какой-то. Я понимаю тебя, я вроде бы в голову попал, но... Нет, там чел типа сидел, прям в меня смотрел. Как, хотя позиция такая, что ну, там никто не сидит, не будет. А фиолетовый мне еще флешку, блядь, покинул. Мроби денег, кстати. Смотри, он что, победит? Нет, не победит. Твоя неуверенность всех погубила. Ну, человек. Вообще, террористы — это как бы легкая сторона в офисе. Да, просто у нас чел, который своих флешит. И... враги, которые чекают какое-то дерьмо постоянно. Это у них ВХ. Инфу не было, он со мной бежал. Было весело. Давай побежишь. Честно, ты ставишь офис, потому что вообще не ценишь ранг. На самом деле, да. Ты видел это? Сложно такое не увидеть. А, это видел? Кстати, он на первом месте. Ау.
Where is everyone? Правик, повернись! Не хочу! Я не хочу! У меня и там два врага на нем. У нас Тима бесполезно. У нас просто бесполезные союзники. У тебя есть тактика сидеть с баб дедушкиным тозом? Нет. Я сидел с мухой, ждал врагов, там смог кинули. Сядь, иди со мной. Я типа смог немного простреливаю, там иди за мной. Смока выбегает, и его пошли, вообще пошли. Никто не трогает. За мной, иди за мной на ним. Тебе такое покажу. Смерть? Да. Садись на меня. Вот. Прыгни. Да, все. Не дыши. Наши стволы не видно оттуда, да? Твой нет, а мой. Давай на всякий случай немножко отвернем. По-моему, там бегут. Ай. Это ВХ или что? Ну, походу, да. Да, это ВХ. Либо это ВХ, либо наши стволы видны. Не-не-не, твой не было видно точно. А я вообще в стену смотрел. Это да ВХ. Я тоже в стену смотрел, алло. Да типа, был, у меня такое было уже несколько раз. Ну то есть, я бежал вообще, по мне инфы ноль. Я прибежал с места, где обо мне ноль инфы. И чел просто припарит, со спины выходит. Доволен. У меня тоже на этой карте не самое приятное ощущение. Мне тут обычно читеры попадались, которые ебашат мне в голову смок по каждый раз. Ставлю смок, сразу хэд ловлю. И при том, кстати, они втроем префом в нас читеры. Заметил? Это походу прям тима читеров. Ты чё тут делаешь, Жизоид? Я их рот достал. Трогал. Ты понимаешь? Я типа забежал вообще в жопу карты. Я забежал, короче, в жопу карты, они там втроем меня ждали. Нажимание. Ждем, пока это отключится, и тикаем клавишу. Я единственный мой, кто нет наша. Я забыл, если что. Да я видел. Он кидает смок в смок. Это профессионал или кто? Такой киберспортсмен, то что я не слышал. Меня с префайром ебашут. Ты представляешь, я заныкался. Чел выходит и сразу начинает стрелять там, где я. А, да, это ВХ.
кто в тебя там бежал? Не этот. Мне похуй, если это сразу за репорт. Потрясающая игра, блядь, моё почти. Ты же понимаешь, что возможно, если вы выбрали игру без ранга, повторяю. Посмотри у чела на последнем месте, сколько лайков. У какого? У него у СССР. Нихуя. Ну, все понятно. Читер. Все понятно. Вот там граб пошел. Кто? А граб пошел. Охуеть, блядь, дайте еще больше, конечно. Вот мне уебки. Минус 60. Я ничего не сделал. Мне в две хаешки в лицо, блядь, сделало. Меня просто вели через мох и молотил мне, блядь. Ну я их обошел, и они уже не начали меня стрелять при фаере, я уже счастлив. Хоть где-то. Ну спиной заметь через фаер. Он жалуется на пинг, вау. Бахашин, да, кстати. Пиздец. Фиолетовый мне въебало флешки кидает. Он меня заебал. Ребят, все нормальной игре, оскорбительное поведение и тому подобное. Потому что ебать флешку въебало кидает и стоит, смотрит стену, блядь. Тоже репорт кидал. Охуенно, он меня телепортируется, класс. Он смотрел в молотов? Я правильно понимаю? Я не видел. Как ему так везет, что он на первом месте вообще? Я пойду на вон. Хотя там бесполезно что-то делать. Я вообще не знаю, что это делать. Тут снеги, он там стоять и ждать. Себя ротом. Куда я знаю, Валя?
за ху... Там минус 82. Ну что мне сказать-то? Бабушка сказала, что позвонит, так что... Ну пусть папа тоже. Ну, мне-то еще терпимо, бабушку здесь видно жалко. Да... Она мне, кстати, 500 рублей дала. Ну я там ей типа помогаю, я говорю, мне нахер не надо, заставьте, зачем вы это делаете, 5 раз отказываюсь, она мне всовывает в лицо. Я говорю, спасибо, обнял ее. Да. Но денег я как бы все равно не откажусь, потому что как бы кушать мне тоже хочется. Угу. Там град, люди. У вас тоже? Рад. Ну ладно. В смысле, я тут при чем? Что вы делали? Забор железный. Вот это вот железные дороги везде. Какая-то напротив нас вот окна там. Какая-то наподобие мостика через железную дорогу, какая-то белая хрень железная, там, что-то фигня. Пиво-то пиво не выпил, так или же, да? Ты жутишь? Выпил? Куда ты выпил, ты каждый день работаешь? В смысле, у меня же выходной, когда я, ну, примерно выходной, когда я прихожу с работы. Я же не сплю. Конечно. А, о, что еще? Ты не подключала эту Prime TVS? А то Лёха плохо от без это, игры без интернета. Ладно. Да, хорошо, но я не уверен, что найду то, что ты там вообще сказала. Ну, вдруг. Угу. Ладно. Давай. Давай. Алло. Там чел. Да вы батьки же. Куда полетел? Это я мщу тебя за твой микрофон. Они с префайра на меня заходят. Ладно, я двоих убил, нормас. Это камбэк. Так, чел жаловался на 150 пинга, когда он мне до 400 подскочил, когда он начал меня убивать. Security. Ну что, ебать будем? Ага. Мы будем. У нас, кстати, изначально было 4 на 5, теперь у нас 3 на 5, потому что у нас чело. Они с префайра на меня заходят, я хуею, блядь. Вот этот чел постоянно в ФК стоял. И что это чел был? Кину-ка я один телепорт.
Димитрий это кал давно. Да. Жалко, конечно, что не послушал меня, не выключил офис. Лучше бы на матче поиграли, ей-богу. Ну что, пойдем еще? Если выключишь мочу еще, то хорошо. Ладно, ладно. Все равно моча никогда не найдется. Нет, русские не сдаются. Я украинец. Это видно. Это... Я не знаю, в эту команду набирали только людей, у которых с первой лотереи была победа. Потому что я типа бегу, прям присматриваюсь, никого нету, глаза навожу на карту и все. Выходит чел с автоматом. Они, кстати, пушат, поэтому можно кое-что сделать. Запушить в ответ? Не-не-не, можно они куда-то. Да-да-да-да-да-да! Tourist win. По нему они, типа, по 5 часов не попадают. Мне с разворота в голову попали. Спасибо. Я тоже! Я тоже! Еще лейк не люблю. Не, потрясающая карта лейк, когда ты на ней тащил. Не, стой, все. Я не иду в смог. Не-не-не, мы должны попытать. Че они такие типа. О, мы сильные. А, вот чел бежит. Ща. Да вряд ли они пойдут. Они идут. Погоди. Стой там. А почему не есть? Сори. Надо калаш. Он со скинчиком. Ладно, я в конце понабрал фрагов, то что я не грустный. Разворачиваюсь, мне в спину начинают стрелять, хуй знает откуда. Вообще выбежит же чел. Нихуя ты телепортируешься? Страшно. Мне в спину опять стрельнули! Кринж. Мне только в спину и стреляют. Прямо как люди. Только в спину и суют свой нож. Да там не в спину. Сержа. Ты видел, что он вышел, а не воспитаем, когда тот на шифте еще шел? Да, я уже привык. А где мне кейс? Мне жалко этих людей, которые, блядь, так гордятся победой с читами. Если они с читами умудрялись проигрывать, то у меня вопрос, что они без читов делали? Читы — это нормально. Ну, для подросткового возраста. Да нет, там ребенок, наверное, какой-то сидит. Угу! А, у него же еще экзамены.
А, это получается читер, который сейчас придет, пойдет на ЕГЭ и, как бы сказать, не сдаст. Потому что он даже слишком тупо, чтобы списывать. А у нас уже играл на нажми на кнопку? Хуй его знает. Вроде да, вроде нет. О, прекрасная карта, обожаю ее. Затащишь нам катку? Я разучился играть, все. Не ставь на меня. Поставлю на тебя. Нажми на кнопку, если забирать тебе больше нечего стремиться. Нажми на кнопку. Подожди, ты прилогал винду? В смысле? Ну, ты заговорил что-то про винду. А, ну я винду прислал. Ага, седьмой на седьмое. Да-да. А что не на 21-ю? Да, зачем? Я типа привык к седьмой. Я на 10-5 перейду и буду мыть. Ты когда комп соберешь, там на 10-й все равно придется быть. На 7-й ты никак не сможешь, потому что там процессор, ну, новые Ryzen. Будет говорить, что они не поддерживают 7-ю. Я уже пробовал. Это я тебе на будущее скажу. Класс, спасибо, Пинг, люблю тебя. Любим, скорбим, как говорится. Мы розовый квадрат делаем с другом. О, видишь этого чела, который за спецов зашел только что? Он наиграл вроде бы, да, с нами. Против нас. Ой, да. с нами. Он с нами, он сами ничего не делал. Я ему зам дигл даже по меня убил он. Я американец, ну да ладно. Двое толпоёбов мне стопило.
ты звонишь тебе. Алло, Роман. Да, да, удобно. У меня включен микрофон? Да, да, да. Хорошо. А мы выиграли или проиграли? Моя спина не защитила меня? Нет. Как мне нравятся мои... Нравятся мои союзники. Я перестреливаю с челом с Памосом на пистолетах. И мне в спину стреляют. Да, и он пойдет сейчас. Снайпер. Он смог okay. 10, хочет пострелять на дистанции. Чё за долбоёб? Это я. Don't be. А, блядь, чел со снайперкой, он... Да. Меня, кстати, вот он с оранжевым меня застопил, когда я перестрелился. Прекрасная тема, она почти. Ничего, сейчас вытащим. Да. Я тебя на голову закинул. Да, и меня такое возбуждает. Немножко обидно, что меня убили через мок, но я не жалуюсь. Что такое? Мне не нравятся эти люди. Ну, вроде и нормально. Не токсичат хотя бы. Ну, зато я токсичен на нем. Сейчас флешку кину, выходит. Выходи. Блядь, я за ним! Что это было? Как тебе тактика? Охуенно, если бы не флешка, я бы, блядь, умер нахуй. Ой, хорошо. У них, наверное, там Вьетнам был. Ой. Мне кажется, они немного недовольны. Чё, пошли на бой. И меня испугала вот эта ситуация. Не хочу на лонг идти. Думаешь, они девайсы валюсинировали? Да. Понимаю.
черт делал на сети? Сети? Да я типа выхожу на мид, там чел убегает со своей скаута, я выхожу его пушить, там чел с фавна стреляет по мне. Вопрос, что он там делал? Он мид вон бан. У него наклейки, окраска меняет. Лол, реально. Лол. Что это? Great info. Nice. Я думал, они просто об него убить хотят. Там на меду кто-нибудь бывает, ты не знаешь? Да. Там чел сапог. Я надеюсь, что там на сети опять человек сидеть не будет. И я забегу на мини. Да в смысле, блядь? Класс. Спасибо интернету. Мне никого не дали пострелять. Мне эта музыка подалась, я залетел на мид, одного убил, захожу на бей, другого убиваю, поднимаю эмку и потекаю. Жестко. Наркоман. Почтение. Мое почтение, другу. Чё у меня там? Смотри. 139, 190, 200. Эти идиоты не могут. Тайминги! Хороши! И там, и там. Через тебя в него стрельнул. Было больно. Ну а что ты хотел? Смотри, есть тихо. Что, есть кто? Да. Спасибо, Пинги. Это если что, наш друг твой. Он не пойдет. Обряд пройдем?
Yes, of course. Типа чел передо мной встал, чтобы я выстрелил вообще его. Как же они мне бесят. Они не так сечут, но они тупые. А, блядь! Маслину словил? А, дай я птичку, братан! А, блядь! А куда парни-то исчезли? Ой, ты станешь, у тебя не везет. Их при столкновении с телом дезинтегрировало? Блять. Обидно, наверное, кидать гранату, видя друга. И при этом ты же видел, что я начал стрелять вплотную с присядки. Да? На Б1, Б1. На машине один. А, его убили. Да я инфу друг друга мертвыми. Обожаю. Да, да. Я убил чела, который, ну, с МП9, который на меня побежал, когда я с МП был. Но не смог попасть в чела, который за машиной стоял, при том, что он мне две пули одновременно, ну, поочередно там в голову попал. Чувствую себя превосходно. Бокс. Иногда в голову приходят интересные вещи. Да, за геноцидить, например, парочку людей. О боже мой. А, да? Ну, моя почта не его удача. Можно мне отсыпать парочку? Чекану плюс гайс. Я ненавижу этих людей! Я ненавижу этих людей. Один через стену прострелил, потом прыгнул и попал в другого. Другой просто бежит на ходу пульку, стрельнул буквально одну и попал в голову. Анонимно, тебя очень плохо влияет, Олег. Ты научился от него ныть, когда все хорошо. Почему мне в жизни так не везет вообще никогда, как им в катке одной? Зараз. Стою гранатку, накидаю, на меня выходят. Это у тебя превосходно.
please one shot. Лол, просто идти, идти бы, иди, я, говорят они тебе. Я ну, слышу. Просто иди на лол. Все, трудно что ли? Я, пожалуй, поменяю кнопку мута. Удобная кнопка, которая мутит всех на время. Почему? Если б я так выбежал, мне бы первая же пуля в голову попала. Как? Да, 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 конечно, да, да. Я так же да, хочу. Да, да. Да, да. Рейнсер. Это новая SCP. Пойду, зайду в ЛП. Сдохну там. Ну, они же выиграют. Но нахер. Да сука! Аниме ебаное. А как вы сдохли, этот вопрос? Так же, как и на офисе. Он даже не посмотрел на твои выстрелы. Это чья вкуса была? Когда я выходил, его не было. Будешь оправдываться на его могиле, когда выживешь. Потом, кстати, когда он выходил, я флешки кидал, но не флешки. Найс кок! Да я же даже не стрелял! Так это был москов. Да я тоже. Смотри, какой АВП разливаем. Посмотри, сколько у нас АВП. Ну я думаю, ты вернешь мне мою АВП. Там походу 0 на Б. Классная флешка на точке. Хочешь би? Лично я нет. Наверное, стоило.
101, 101 выстрел через стену. Сука. Он даже не навелся на него. Сука! Это даже не спортивно. Такое даже на сильверах не происходит. Он просто на месте стоял. Тот тоже. Они оба стояли. Так почему это? Почему у него? Почему у него 5 пинга, объясни мне? Он что, хост? Я не понимаю. Да. Хочешь прикол? Шо? У тэшников молотов дешевле. Биби говорят. Да-да, б. Умный, блядь. Но ведь бэтчиста. На, сын, блядь. Ай, блядь! Найс, инфа, достаю, собираю смог кидать, и он такой, типа, это Б, бегите на Б, разворачиваюсь мне в спину. Обидно, наверное. Я хочу вот так делать. Там трое. Там на Б. Прошли вы. Не, Б чит. Бетон. О, на базе? Да, они там трое на базе были. Я туда не пойду. Я пойду на топ мид. Снайпер. Ну ладно. По кому сейчас придать? Ты говорил, что что там что-то с молотом? Молотов 400 типа стоит, да? У КТшников, да. У КТшников 600. А почему так? Не знаю. Там 4 стреляют! Там четверо стреляют на ним. Что, удачи? Мне страшно. Ну, блин. Там, кстати, все реально на лобе. Я даже не верю. Бутни. Нихуя кровище. Не мог бы ты его чуть-чуть раньше убить? Нет, не мог. На самом деле, когда я стрелял, у меня зависло, и я стрелял по вам обоим, потому что мы там оба смотрели друг на друга, у меня были в состоянии. Поэтому, дети, не принимайте ЛСД. Ну чё, вы все, блядь, идёте на бай?
А, да? Класс. А, это я валяюсь. О, дроп. Покойся с миром. А там еще один слева. Слева. Ага. Лево это там. Ага. Надо залезть. Мог бы. Открывайте! Зеленого убьют. Зачем? Там бы другой человек убил того. Да нет, ты хорошо. О, меня даже не убили, удивительно. Не хочешь со мной на бетаке? Хорошо. Минус 52. Сколько там их? Там один. Пусть там и остается. Вот он. Ну, это по крайней мере то, что я видел. Может их там больше, просто они не хотели меня видеть. Убей его. Кого? Там на спавне был чел. Я видел его голову. Он видел тебя. Нихуя он... Мне кажется, он не знает, как стрельба в этой игре работает. Думаю, по его первому месту не сказать так. Ну так правильно. Ему же идет. Как минимум один чел должен быть волочкой. И один СВП. А, вот этот. А, это мой. Ты чисто крот. Спектакль окончен, я полагаю. А, ты смотри на мой пин. Ну плохо, правда? Зачем жужжать-то? Я понимаю, тебе грустно. По приколу. Ты
Хватит жужжать! Нет. Я не знаю, с чем это связано. Не попал я руза раньше, он нахуй досток у меня хорошеечно. У меня 17 хп, чтобы ты понимал. Меня два раза попали через стену, потому что меня ранил и застопил. Спасибо ему большое. Переиграю их с сиском. Понял. Это работает для Ведьмака. Понял. А, у них скорострел. И чел сидит! Они, конечно, убивают все такое, но... Смотри, какой он опасный. Ты думаешь, я вас не переиграю? Я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Я думал, он не... Я пушит. Моя пушит. Этот идиот бежит с мухой в руках. С мукой в руках, и типа ему хватит. Наши дебилы делают. Один вообще уже к небу готовится. Это я, кстати. Я тебя поплачу. Спасибо, там еще один, да. Спасибо. Последний день его спавнит. Вот чек, где спавн, плиз. Да, он спавн. Мячик, 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 мячик. Нет, я не быдло. Thank
пошли на... На А? А кто же Б охранять будет, я не понимаю. Ты вообще думаешь о смысле? Зеленый со скорострелкой своей стороны. А если хочу перестрелять мидера? А что ты делаешь? Я боюсь. Хотел меня продать ради того, чтобы сделать килл с нас, да. Чая нет. Где бомба? А у нас бомба на ломбе. Что это вообще было? We defeated him. Them. Нихуя там прыгнул, прыгал, попрыгал. Он слепой герой. Он просто не знал, куда идти. Я тоже хочу змеиный вкус. Да, ну у меня какая-то...